Сегодня Мастер победил. Но по количеству набранных очков во всем чемпионате преимущество имеет в гонках между собой, да, правильно, как сказано, всегда на суде. И сегодняшняя победа не дает нам права оставаться чемпионами России. Ну, вот такой факт. Все равно надо поддержать, побеждая сильнее. Я бы хотел сказать всем спасибо большое, кто поддерживал меня и в гран-при, и на российских треках. Я надеюсь, будет на следующий год еще лучше. И надеюсь, приходите больше болеть за нас, и будет все классно.